Да, Майя все вперед поставила. А ты поставила? Нет. Это прививка неизвестно чего. Что? Гриша? Гриша? Успокоился маленько, успокоился, Гриша. А у него здесь не мешается? Да нет, ты жарко тебе, жарко, сейчас мой хороший. Жарко. Сейчас я, мы уйдем, покупаю. То есть жарко. Он уже идет, думаю, что ты все толмачишь. Погулять хочешь, поноситься. Надо это самое с Наташей. Ну, видишь, у него один глаз, вот мы что боимся. А что? Но с одним глазом куда-нибудь напорится. Да прям. Они по нюху бегают. Не, да чего же он напорится, а глаз? Некоторые без вот, я смотрю, в принципе. О, Любы. А люди как палочки. Вот помидоры. Нет, у Любашки. Любашки помидоры. Невкусные, да? Это мне Майя семена дала. Я хурма. Это светло-желтые. А желтые я тоже не любила никогда. Но говорят, что серединка это белая. А видишь, как арбузики. Ты видишь, как арбузики? Ну да, как затянуто. Это зеленые. Вот, ну. Зеленые. А я думала, ты имеешь про конус. А у меня на сей раз бычье сердце первый раз в жизни. Такие мясистые. Ну, у меня розовые. Я даже на базаре никогда за 8 лет не видела, что такие продавали. Ой, а люди на килограмм розовые. Да понимаешь, они есть большие, покупаю. Они глянцевые, кожа вот такая толстая, и там вода. Люди эти, она тоже видна, семена. Бычье сердце, оно мясистое. Да. И тоненькая кожа сверху. Ой, Любанька, это вы и засос сделали, да? Да. А где-то, по-моему, не в этом месте он у тебя стоял. Переделали? По-моему, видишь трубку? А, ну. Сейчас буду качать. Ох, у тебя работы дофига, Люба. Ну, ничего. Не то, что мы в квартирах сидим, паримся. Я целыми днями... Сегодня я встала 5:30. Полшестого я сегодня встала. Отнесла мусор у меня. Сейчас говорят, в субботу там где-то будет. Я пограничником нашла. А пограничники вон там. Раз отнесла вот так вот. То второй раз отнесла. И вот так это самое. А потом... что, мусора нету нигде, где складывать? Здесь не, я складываю в пакетах, вот, в сарае, чтобы это ты не растащили, а чтобы это оно запах. То-то того, понимаешь, что будет. Все, я собрала и понесла. Все. То ведра сейчас разбираем, то крышку, вот все хочу убирать. Все, что на них, я туда. Там он ведро. Любаш, укропчик какой хороший. Там коляски Евы, вон они. Сарайчик валится. А забор делать начинается. Забор делать уже все. Уже замерили все. Да, забор да. Угольник у вас, да? Да. Ну в этом году уголь я не брала, одни дрова брала. Ну, наверное, и угольник надо делать, нет? А делать надо, конечно. А Леша, здесь центральное отопление нигде не проходит, подвести, нет? Нет, ну фига мне топить. Платить шантаж за него надо. Нет, так у меня дом маленький, печка маленькая. Поэтому... О, вот, молодец, у Любашки все есть. Ну и работает человек, не покладая рук. Да. Машинка-то 5000, там ничего не нет. Да. Я еще... О, невеста. Астры. В магазине я 3 пачки покупала. 90 рублей, да, такие. Зашли, все. А рассадила, все пропали. Он прям песок, и вот там вот одна пачка. Видишь, как хорошо. Дорожки, все нормально. Все хорошо. Ой, деньги не отдала, хожу, елки-палки. А капуста-то она опять в этом году. Ну, в этом году не очень, да, капуста? Вообще ее, ты видишь, нет. 50 корней посадила, блядь, из тета. А Лена купила на рынке цветную брокколи. Или как? Ну. В том году были все. А в этом она взяла 27. Вся цвела. Да. В этом я году... Сколько на нее потратила, не знаю. Ну, в этом году только на помидоры, мне кажется, это. А ты только такие посадила? Так, нет. А, розовые еще, да? Вон там за перцем. А, вон они, под домом, ага. Да, вон там за перцем. Ну ничего, не консервировала еще, ничего? Не, помидоры не консервирую. Да? Кушаем, я вот сегодня уже порезала помидоры. Ой, да у тебя их много. А это не. Те мелкие вон есть. Ой, Люба. Вот, кисть уже не выдерживает. Сколько много. Но они не очень такие яркие, они так тоже, как оранжевые.
хорошо, укропчик-то, конечно, хороший. О, перец хороший тоже. Молодец. Перец у меня в этом году я сама прям... Удивилась, да? Мы рвали с Наташей. Наташа, посмотри, какой вот такой. Зеленый, вот такой. Ну, хоть племянник приезжал, садила сока, я ему пакет наложила. Ну, перца. Да. Помидор наложила, огурцов наложила. Это племянник, это Дениска? Нет, это Владик. А, Владик, а я Денис, Владик. Которого родители пьют. Владик, я помню. Родители, он... Оля так и пьет. А он так на врача и выучился, да, нет? Учится, год проучился. А еще? А представь, как тяжело. Тяжело. А что Лена Тасой, мне, ей надо мне, хоть она там, его иногда ему там пошлет тысячу, а что это? Ну, хоть на что. Ну, хоть что-то. Да? Люба, я, ты что? Я, кроме этого, чего посылать? Тысячу, хоть тысячу. Мне вот за сарай, если они сказали, если ему делать, 20 тысяч. А делать надо. А с забором? А? С материалами 20 тысяч? Да. А, ну, а что здесь сделаешь? Ничего не сделаешь, Любанечка. Буду собираю. Чего да собирать? Тебе же Лена немножко подкинет, господи. Не, она сара нет, сара. Лена забор, и Тони не хватает. Она да. Собралась что, с Евой ехать отдыхать. А так, с чего она у нее? А куда она хочет отдыхать? Никуда не поехали они. А, из-за этого не поехали, да? Да, вот. Да и вирус. Никуда бы не поехали, такая сейчас... Обстановка вирус. Такая, что? Да. Что? Да вот Наташа собирается вроде на следующий год, а я переживаю, что вирус...